Получается. Да. Какая красивая у тебя бабочка, Кири. Да? Снова я занимаюсь этим неблагодарным делом. Точу карандаши. Время от времени это приходится делать. Дети рисуют. Карандаши быстро стираются. Фломастеры вот перебирала. Выбрасываю несколько штук. Ручка тут закончилась. Вот. Есть у меня канцелярские точилки. Пластмассовые такие маленькие. Но они вообще что-то не точат. Хотя и новые лежат. Вот. Те даже, которые ни разу не точила. Она нифига, короче, не подтачивает. И взяла вот эту свою косметическую. Сюда и широкий вот такой вот, где он, карандаш. Такой вот подходит. И вот такой. И обычные тонкие. Острая, классная. Вот, сейчас буду точить. Ой, мозоли опять набивать себе на руках. У нас первый снег идет. Говорю тихо, потому что Кирюша спит. Костя в школе. И вот такая красота на улице. Уже нападала немножко. Кирюша проснется, обрадуется, наверное. Надо будет вечером за Костей, когда пойду Кирюшу с собой взять. Мне кажется, он не растает до вечера. Сейчас у нас минус 3 показывает. Такая вот красота. Лучший вид. Кирилл.